арифметические действия, математические знаки. Математические знаки. Арифметические действия. Плюс. 5 плюс 3 равно 8. Сложение. 5 – это слагаемое. 3 – это тоже слагаемое. 8 – это сумма. Результат сложения. Слагаемое плюс слагаемое будет сумма. Минус. 9 минус 3 будет 6. Вычитание. 9 – это уменьшаемое. 3 – это вычитаемое. 6 – это разность. Результат вычитания. Уменьшаемое минус вычитаемое будет разность. Математические знаки. Арифметические действия. Умножить на. 5 умножить на 3 будет 15. Умножение. 5 – это множитель, сомножитель. 3 – это тоже множитель. 15 – это произведение, результат умножения. Множитель умножить на множитель будет произведение. Разделить на. 12 разделить на 3 будет 4. Деление. 12 – это делимое. 3 – это делитель. 4 – это частное. Результат деления. Делимое разделить на делитель будет частное. Математические знаки. Арифметические действия. Будет что или равно чему? Читаем так. 5 плюс х будет 10. Или 5 плюс х равно 10. А равно Б. Это равенство. Больше чем что? Меньше чем что? Больше или равно чему? Меньше или равно чему? Читаем так. 17 минус y больше чем 3. 20 умножить на z меньше или равно 12. А больше b. А меньше b. А больше или равно b. А меньше или равно b. Это неравенство.